Очередной чемпионат мира по киберспорту, который состоится в ноябре 2020 года, впервые в истории пройдет в израильском Эйлате. О таком судьбоносном решении для самого престижного и крупнейшего события в игровом мире заявила в Сеуле Международная федерация киберспорта. Соглашение о проведении чемпионата мира в Израиле было подписано после долгих переговоров, которые вела федерация с канцелярией премьер-министра Израиля, Израильской ассоциацией киберспорта, Всемирным движением Маккаби и муниципалитетом Эйлата. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 500 игроков из 60 стран, и они будут транслироваться в прямом эфире для миллиона зрителей по всему миру.